Ну чё? Сидим? Опять за собой не смыл. Эти сколько раз говорила? Чё не смыл-то? Я смывал это. Один, что здесь живёт? А это где? Сколько можно эту порнуху? Да какую порнуху? Так я футбол жду вообще. Вот кобелина ты, чё кобелина-то сразу-то? Я тебе сколько раз сказала? Кобелина, между прочим, сука, живёт. Я попросить ничего нельзя. Чё ты орёшь на меня-то? Суббота нахрен, дай отдохнуть-то просто. Иди давай, иди готовь там. Иди жрачку готовь. Я тебе сейчас дам жрачку. Жрать. Иди вон сам себе готовь, я тебе служанки не нанимала. Иди к матери тоже мне. Приютил у себя в гнезде козел. Нахрен. Вот угораю. Иди вот отрабатывай тебя, давай. Кормлю, пою, еще что надо. Стиралку взял на. Любимая. Пошел ты, козел. Коза, блин. Налила бы лучше 100 грамм. Охренеть можно, блядь, выходной день у человека. Может быть. У тебя каждый день выходной. Как? Да иди ты. Я про животных смотрел в мире животных. Другой бы пошел уже денег заработал. Да иди ты нахрен. Да ничего ты не можешь. В сыре катаешься у меня в масле нахрен. Еще недоволен. Это я в сыре катаюсь. Я тебе говорю сейчас все. Хрена тебе блузу куплю, понятно, нет? Вот сам стирай вонючее свое. Что? Я-то постираю, ладно, все. А вот ты что? Что жрать будешь? Я теперь твои тухлые носки не буду. Вон мясо будешь с тела своего нарезать себе, пожарить нахрен. Вообще невозможно. И бабла, как и все, еще недовольна. Вляпалась, тебя вляпалась. Иди, мать такая же еще. Охренеть, надо было на мать сначала жениться попробовать, помолчи, а потом на тебе уже. Помолчи, работать иди. Все, ага. Лопух. 20 лет выглядит на 42, блин. Иди к тебе отдохнуть! Иди к матери нахрен отсюда! Я стираю здесь, готовлю ему отдохнуть! Бля, да кроме кабачка не жрал сроду в этой квартире, ни хрена, бля. Лечу накрутила, бля. Скотина. Не важно, хоть бы мясо хоть раз пожарил. Иди на работу, иди. Матери все таскает, бля. Психбольницу нахрен вообще. Дерьмо твое стираю! Хватит орать уже, все, дупло закрыло. Невозможно. Орать! Мне здесь хватит орать в моей квартире! Был бы тараканом, тебя бы тапком придавил бы нахрен вообще. Все, заткнулась на помойка. Скотина, сказала, вставай давай! Че ты не трогай меня, нахуй? У меня синяк. Так, все. Че все? Ты ко мне больше не подходишь. Да, будешь не вонять подходит, ходить. Всё. Грязный весь и в говне. Да я лучше под порнуху буду червя гонять, чем с тобой спать, нахрен. Червя, да что у тебя там осталось? Че там осталось? Тебе хватит. Полгорода уже там побывало. Не смеши. Дуло, закрыло. Скот. Всю молодость. Люблю тебя. Тебя. На козла. Люблю на кого? Тебя. На кого? На козла. Люблю. Все, не буду ничего. Вот и выписывайся нахрен отсюда, все. Я выписываюсь? Да. Это вообще-то моя мама покупала квартиру. Да, а кто? Когда твои ни хрена не делали. Да я 10% заплатил, мамаша бля, ипотеки твоя. Нахрен. Мамаша у матери ни хрена не было твоих денег. Какие твои 10%? Все, выплачиваю нахрен. Бутылки как сдавал, так всю жизнь сдавал. Носки подстирай мне. Скот. Ах, любимая. Это было реально круто.